Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и мы продолжаем обзор новогодних флеш-игр. А сегодня поговорим о такой игре, как «Поиск цифр Тотали». Вот, в игре перед вами предстанет картинка с персонажами мультсериала «Тотали Спайс». На ней при помощи виртуальной лупы, ну, это такое увеличительное стекло, вот, требуется найти цифры, управление компьютерным. Что ж, давайте приступим. По-моему, интересная игра. Так, play. Так, вот я вижу цифру Ну, ребята, ну где же они? Где же они, эти цифры? Я не могу найти. Где вот 20, да? Ну, я думаю, нажимали. А где вот остальные цифры? Они бы хотя бы исчезали, что ли, там глаза бросаются. Да ёлки-палки, где эти грёбаные, блин, извините, цифры? Остался 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18. Где они? Ёлы-палы. Ты напридумывай эту игру. Вот 4. Так, больше ничего не будет. Я вообще не видел это 18, вы видите, ребята? Вообще не видел. Такая-то сережка или что это? Офигеть, это очень сложная игрушка. Потому что на ветке есть. В общем, вот такая вот флеш-игра «Поиск цифр Тотали». Вот если вам понравилась игра, поиграйте, попробуйте ее пройти, и если вы пройдете, пожалуйста, скиньте ссылку, пишите, есть такая программа по бандикам или фраг, что-то, или еще какая-нибудь, можете просто с камерой показать, если вы правда искать. Вот. Если вы найдете все цифры, может быть, вы там далеко пройдете, пожалуйста, скиньте мне ссылку, я посмотрю себе на это видео, как вы это прошли. Все, с вами был Дар Риди. Всем хороших игр, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и канал Роберт Артнера.